В Тверской области с 18 по 23 ноября 2019 года пройдет неделя предпринимательства. В рамках мероприятия состоится серия семинаров, лекций и тренингов для представителей малого и среднего бизнеса. Место проведения – Центр оказания услуг «Мой бизнес», который открылся в столице Верхневолжья всего 2 недели назад. Открытие центра «Мой бизнес» состоялось 31 октября. В рамках НЭС-проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. По мнению губернатора Игоря Рудени, появление таких структур позволит выполнить одну из ключевых задач – создание в регионе новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Александр Абовян – один из тех, кто уже воспользовался помощью здешних специалистов, благодаря чему открыл вторую очередь производства. Нам удалось открыть новую производственную площадку, на которой мы производим такую интересную продукцию, которая теперь практически на 90% локализована на территории Тверской области, начиная от упаковки и заканчивая всем продуктом, производится на территории Тверской области. За это отдельное спасибо. Кроме того, благодаря помощи областных властей, вот такие одноразовые стоматологические инъекторы для анестезии теперь экспортируются в Белоруссию и Казахстан. Сейчас прорабатывается вопрос о получении европейского сертификата. 80% стоимости готово профинансировать правительство Тверской области. Коллег Александра Абовяна, а также тех, кто только хочет стать предпринимателем, здесь ждут, начиная с 18 ноября. В течение 6 дней у нас масса образовательных мероприятий. Мы расскажем и о безопасности ведения бизнеса, и о бизнес-планировании, и о бесплатных инструментах для цифровизации бизнеса, для выхода на электронные торговые площадки, для выхода на экспорт. Мы поговорим о новом дизайн-коде в Твери. Все семинары пройдут здесь, на проспекте Победы. Каждый день они будут начинаться в 11:00. Регистрацию на неделю предпринимательства можно пройти на сайте moibusiness69.rf.